товарищи, одно блюдо мое любимое – баранины ребрышки. Снимем мы эту пленку, потихоньку немного зарежем эти ребрышки, если вы любите, чтобы это было такое настоящее хрустяще. Это молодая баранина. Так, возьмем вторую часть. Видите, это кусок мяса с живота. Но оно как-то сворачивается, а вы его так вдоль немножко вырежете, чтобы оно не теряло форму. Зарежем. Затем все это мы, конечно, посолим. С одной и с другой стороны. Свободно это поперчите. Повернем на другую сторону. То же самое повторим. Тут у меня есть такая одна миска. Затем я возьму мед. Возьмете лимон. Лимон поможет, чтобы мед стал жидким. Было бы замечательно, если бы у вас был чабрец или тимьян. К сожалению, у меня тимьяна нету, поэтому я добавим розмарина немного. Затем сделайте это так. И замочите это все сюда на примерно 15-20 минут, чтобы оно хорошо замариновалось. Я уже включил духовку на где-то примерно 230 градусов. Сейчас я возьму пергаментную бумагу. Сюда мы выложим наше мясо замаринованное. Погрузим в духовку на 230 градусов на примерно где-то 30-40 минут. Пришло время, сейчас посмотрим, чего творится с нашими ребрушками. Именно то, что надо. Положим сюда на доску. Это ничего страшного, что немножко так подгорело. Очень легко снимается. Это карамел. Сразу тарелку, пока горячее. Рекомендую вам никого не звать в гости. Быть жадным. Наслаждаться. С вами были баранины ребрышки. Серж, ТВ Джем. Спасибо. Чао.